Знакомьтесь, Данил Шрайнер, ученик Саянской средней школы номер 32, претендент на звание рекордсмена России. Неделю назад юный спортсмен опубликовал в интернете ролик, в котором он мастерски вращает мяч вокруг себя. Для баскетболистов это навык обязательный. Тогда же пришла мысль побороться за рекордные показатели. Я просто в интернете лазил, смотрел всякие рекорды. Ну, нашел рекорды России, там выбрал подходящий себе рекорд и решил установить его. Спорт – неотъемлемая часть жизни Данила. Целеустремленность и привычка добиваться поставленной цели была воспитана именно в этом спортзале. О себе молодой человек рассказывает очень скромно. Мне 15 лет, я учусь в 9 классе. Увлекаюсь баскетболом, волейболом, ну и футболом иногда хожу. Но спортом нужно заниматься, потому что это как здоровье. Не будешь болеть, там иммунитет там будет. Ну и полезно двигаться. Двигается Данил очень технично и быстро. Мячом владеет почти виртуозно. Планка книги рекордов России 45 раз за 30 секунд. Данилу уже удалось обвести мяч вокруг себя 48 раз. Правда, его видеозапись на сайте книги рекордов России не приняли. В кадре не было секундомера. Мы решили помочь юному рекордсмену. Планка книги рекордов России побита в тихом спортзале родной школы. Никакой шумихи вокруг. О том, что Данил собирается поставить рекорд, не знает даже учитель физкультуры. Впрочем, по словам педагогов, такое поведение – это отличительная черта молодого человека. Он вообще загадка. Вот от него можно ожидать. И почему я удивилась, когда я позвонила бабушке, что должны кто-то подъехать, я не знаю откуда. Она говорит, а вы не переживайте. Мы в курсе, это он сам что-то там делал, какие-то вещи в антиврагу. Но он вам сам расскажет. Поэтому да, это вот фишка Данила. Молодому человеку есть куда расти. Мировой рекорд по вращению мяча 66 раз за 30 секунд. Установили рекорд в 2013 году в США. Рекорд Данила пока официально не зарегистрирован, но мы надеемся, что сделанная нами видеозапись обязательно в этом поможет. И мы вновь вернемся сюда, в Саянскую школу номер 32, ведь у молодого рекордсмена в планах побить еще один рекорд, на сей раз по отжиманию от пола. Леонид Юрков и Александр Шумилин. Новости.